Пойдем сюда! Удачи, ребята! Окей. Так, ну что, найдите второй отряд на территории депо. Ого-го. Да. Может, я не прав? Один ушел. Подлец. Ты, ё-моё. Охренели. Как вам такое? Ты чё, подонок, выкинул мою гранату? А, да, удачи. Неплохо вроде. Но там кто-то еще буянит. Оп. Где? А. Все? Да, похоже. Но я хочу посмотреть, что здесь. Вдруг кому помочь удастся. Какие вы живучие все-таки, а? Подобки. Ладно. Мы пройдем дальше. Не будем здесь задерживаться. Чем могли, тем помогли. Так. Минометчиков, чертовы. Куда спрятался, подонок? Но, похоже, он не собирается вылезать. Я думаю, что мы его должны вот здесь найти. Да. А нас кто-то выпаливает. Ух! Он бы, наверное, тут оглох просто. Ну и осколками, конечно, бы привалило. Так, еще один. А, вот где. А ну-ка. Давай-ка. Плясать начинай. Куда ползешь? Все. Готовченко. Кто-то простреливает нас. Явно хочет свинца хватить. Да-да. Говорит, мы с вашими вождями воюем, а не с вами. Знаем мы ваши обещания, ё-моё. Ничего интересного нет, к сожалению. О! Это просто чудесно. Пардон. И гранаты, ё-моё. Я, если честно, не вижу, где он, но, по-моему, я попал. Да? 42!
Но они там сменяются, если я не ошибаюсь. Беспрерывно. Да, вот смотрите. Вот вот чашка, вот следующий. Следующий. Ну? Вот и следующий. Ну ладно. Побаловались и харе. Бегу, бегу. Ой-ой-ой-ой-ой. Чуть не пропустил, а? На нижнем этаже. Бей по жильцам. Я могу бить по верхнему этажу. Пулемет! 42-й! Тебе конец, пожинка, брат! Вот это точно. Точно подмечено, товарищ. Да ё-моё, вы заколебали перед прицелом маячить, придурки. Поэтому вы и мрёте как муки. Ну вот, это нормально по-вашему? Опа. Блин, ты счастливчик. Ух ты, ё-моё! Это фашисты! На первом этаже! Слева от нас! Оп! А так нельзя сделать? Походу нет. А очень хотелось. Ой, прости. Прости, что всадил тебе пару патронов взад. А чё, гранатом там кто-то кидать хотел? И это? А, нет. Ой! Откуда он гасит там? А, вот и где! Мерзавец! Это называется сюрприз! Смотрите, их не задела граната! Это граната упорные фашисты! Да они походу со всех сторон тут. Так. Знаете, блин, да что ж ты так стал тут? Их проще, наверное, было тут валить. О, вот это уже нехорошо. Именно так. Где бахнет? Нифига. Он еще и добросил. Да их реально проще тут вот встретить. Но! Давайте заходите, ё-моё. У меня еще патронов много. Это был свой. Прости, мужик. Все вы у меня на одно лицо. В окно нельзя вылезть? О!
нет, нет. Вот. Вот это возьми. Ё-моё, это однозарядное, что ли? Е! Ох, нифига! Вы чё здесь ждали? Когда он к нам поднимется? Или я тут должен дежурить? О! Слушайте, ну здесь жарко. Да я понял, может мне кто-нибудь тут поможет? Немножко. Ух ты, ё. Швайны пострелял. Это чё у нас? Во, вот это мне больше нравится. Окей. Надо выходить. Ты... Мужик-герой. Так, похоже, нам в эту сторону надо идти. Поэтому мы бежим. Да-да, вот так. Блин, подонок. Блин, вот это тут мясо. Пиндехо. Пиндехо вам сейчас тут наустраивает. Надо только немножко пашиков подбомбить. Тогда можно будет и к танку подойти. Ни хрена не видно. Давай. Вот. Заходи. О, да. Пара гранат решает. Главное, в нужное место их бросить. Немецкое укрепление к востоку от станции! Зачистить! Отлично. Точка А и точка Б. Сейчас все перезарядим. И вперед. Ой-ой-ой. Ох ты ж! Ни хрена себе, там самоходка. А, так у нас вообще три точки. Будет он меня еще стрелять. Ой-ой-ой. Да, это было больно. Наверное, даже больше обидно. Так, мы, кажется, уже куда-то подобрались. Осталось зайти сюда, да? Да тут что-то фашиков со всех сторон хватает. Если честно, не хочу дымовую тратить. Ох ты, ё-моё! Вот это нежданчик. Ты чё там, за стеной крутишься? Ха! Ну?
Почему не бахнуло? Просрало, что ли? Ха! Оп! Кто-то в спину мне тут навтыкал. Вот так. Добил как мужик. Жалко, ножа нет, да? Сейчас бы ножом им жарили. Ой-ой-ой. Там что-то совсем серьезно, да? Ёшкин-то! Вот это я выполнил удачно. Беги! Во! Своих ведем. Сейчас будем бить фашиков. Как в тире. Прям по каскам. Непись фашистская. Да бейте его. Молодцы. Всем надо перезарядиться. Так. Что-то интересное. Да. Ничего нет. Даже патроны взять нельзя. А мы по трубе можем идти? А ну-ка. Ну давай. Увы. Ну ладно, идемте на точку А. Сейчас мы узнаем, что там. О! Это уже по нашу душеньку. Пока тут все тихо. Зачисти вражеские склады. Молоко вам? А, и это все? Да, это вообще было проще пареной репы. Так, что ты наши где тут засели?